На встречу с кандидатами в члены молодежного парламента Одинцовского района пришли отнюдь не рядовые депутаты. Советы молодым давали первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина и генеральный директор компании «Мособлгаз» Дмитрий Голубков. Тот, кто претендует на звание парламентария, должен быть готов к круглосуточному рабочему дню, практически полному отсутствию личного времени и постоянным психологическим нагрузкам. Как вам удается совмещать две должности руководителя «Мособлгаза» и депутата Московской областной думы? Я тоже вначале думал, как вот так вот у меня будет получаться. На самом деле они дополняют друг друга, потому что «Мособлгаз» – организация, которая на самом деле очень хорошо отражает жизнь территории Московской области, и через «Мособлгаз» я как бы и на платформе «Мособлгаза» могу делать очень много общественной работы, понимать настроение, понимать проблематику. В «Мособлгазе» на всей территории области работает более 8 тысяч человек. Такой коллектив – уникальный инструмент для эффективного взаимодействия с жителями целого региона. Тем более, что обе структуры – и Дума, и компания – решают государственные задачи. Проблемы волонтерского движения, развитие материально-технической базы молодежного парламента, взаимодействие с органами местного самоуправления. Ребят интересовали самые разные вопросы. Кто-то из вас хочет в дальнейшем связать свою жизнь законотворческой деятельностью. Это тоже правильно. Может быть, вы хотите познакомиться с Думой, походить, узнать, какие комитеты, более глубоко вникнуть в вопрос. Для этого нужно тоже избрать деньги. Я вас приглашу группой там 30-40 человек. Вы приедете, мы с вами походим, посмотрим, какие комитеты, позадаем друг другу вопросы интересные и по поводу законодательства. По общему мнению, встреча прошла с большой пользой. И депутаты, и молодые люди получили много интересной информации. Ребята все трезво смотрят на жизнь, на свои возможности, на то, где мы сегодня находимся. И, конечно, вот очень важно, чтобы вот этот контакт был на постоянной основе, чтобы мы хорошо, так сказать, чувствовали и понимали проблематику, которая стоит. Хорошие молодые люди. Я очень рада, что они сегодня здесь. Мы организовались на встречу, прекрасно понимая, что не все, наверное. Но у нас впереди очень важное событие – это выборы молодежного парламента. И, конечно, хотелось просто пообщаться, понять, чем вообще дышит наша молодежь. Выборы в молодежный парламент Одинцовского района пройдут 29 ноября. Уже скоро будет понятно, кто войдет в состав нашей юношеской муниципальной думы. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».